Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, условия содержания в СИЗО чем отличаются от содержания в арестных домах? Так, арестных домов уж нет 100 лет. Ну, их нет, но они должны быть. Есть же наказание в виде ареста. Правильно? Но есть домашний арест. Ну, кроме домашнего ареста есть... Нет, подождите, я говорю о наказании. Не о домашнем аресте, а о наказании арест до 6 месяцев. Вот эти наказания, что они подразумевают? Сейчас, секундочку. Ну ладно, давай. В общем, сейчас, может, даже все 5 придут. Давай. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, условия содержания в СИЗО обвиняемых, подозреваемых, соответствуют ли условиям наказания в виде ареста? Это одни и те же условия или есть разница в этих условиях? Да, арест, в виде ареста. Это те же условия. Те же самые условия. Да, то есть, если по уголовной статье предусмотрено наказание максимальное в виде ареста до 6 месяцев, то человек, который эти 6 месяцев отсидел, он фактически отбыл наказание. Правильно я понимаю? Где он содержится? Ну, это не важно, где он содержится. Он содержится в СИЗО Нагинска номер 11. Меня интересует сам факт. Если это те же самые условия, то значит он наказание отбыл. Правильно я понимаю? Да. Да? Да. Вы подтверждаете, да? Здравствуйте. Не могли бы вы мне ответить на такой вопрос? Условия содержания обвиняемых в СИЗО, они такие же, как наказание в виде ареста? Ну, то вы можете сейчас минут через 5 перезвонить? Дежурный подойдет, и он точно вам ответит на этот вопрос. Хорошо. Вы ему передайте, пожалуйста. Да. Секундочку. Сейчас. Подожду. Да, слушаю. Что случилось? Какие у вас вопросы? Будьте добры, разъясните мне, пожалуйста, наказание в виде ареста отличается ли от условий содержания обвиняемых вот в СИЗО до вынесения приговора? Или они тоже находятся в тех же условиях ареста фактически? Арест. Арест где арест? Арест в ИВСе или арест домашний арест? Нет, в СИЗО содержание под стражей, в СИЗО по условиям содержания отличается ли от наказания в виде ареста? Это одно и то же, вы говорите, только добавляйте слово «арест». Ну, я добавляю «арест», вот наказание в виде ареста. Это то же самое, что содержание под стражей? Они в СИЗО все под арестом находятся. Они все здесь заключенные под стражей. То есть это и есть арест? И если... И есть арест, да. А если будет наказан... В зале суда. Понятно. А когда он будет наказан и приговор вступит в закон силу, это уже осужденный. Да, осужденные, которым вынесено наказание в виде ареста. Они в каких условиях содержатся? Наказание в виде ареста. Осужденные выносят наказание в виде лишения свободы. Нет, вот в статье есть в статьях наказание в виде ареста до 6 месяцев. Максимальный срок ареста 6 месяцев. Это, ну, арест это есть. Их заключили в следственный изолятор. Неважно. В изолятор временного содержания, в УВД, да, в полиции, да. Или в СИЗО, это и есть общее понятие ареста, понимаете? Я-то понимаю. И теперь у меня тогда такой вопрос. Если наказание статьей предусмотрено 6 месяцев ареста, а человек до приговора сидит год, ну? То можно ли сказать, что он вот этот год находится в условиях ареста? Ну, конечно, можно. Можно, спасибо. Это на усмотрение суда, понимаете? Если это как же... на усмотрение суда? Вот так, он, это же не мы его сажаем. Понятно, нет, но условия содержания, они же определяют вот вид. Условия содержания одинаковые, что в изоляторе временного содержания, что в следственном изоляторе, везде они одинаковы. Нет, меня-то больше всего интересует, они одинаковы с наказанием в виде ареста? Одинаковые. Угу. Даже когда они находятся в СИЗО, у них идет срок. Так срок, вот смотрите, присуждает, например, судья лишение свободы. Ну. И зачитывает срок, отсиженный под арестом. Да, совершенно. Один к одному. Правильно? Ну. Но ведь и условия содержания под арестом – это строгая изоляция, и они более жесткие, чем лишение свободы. Нет. В каком-нибудь тюрьме, там, общего режима в колонии. Нет. Как нет? Ну,
а не арест. Условия содержания под стражей и условия содержания осужденными в колониях. Да, здесь я с вами согласен. Вот. Вот. Понимаете, вот с вами. И условия содержания в СИЗО, оно очень приближено к условиям содержания в тюрьмах. Тюрьму от СИЗО отличают разные вещи. Все зависит от постановления, вынесенного судьей, судом. Без вынесенного решения суда мы ничего не имеем права делать. Так я понимаю, у меня к вам нет претензий, меня только интересует... К суду. Да, меня интересует, если суд держит человека год под стражей в условиях ареста, не нарушает ли он тем самым принцип презумпции невиновности? Почему он нарушает? А потому что если максимальный срок ареста 6 месяцев... Вы точно не знаете, сколько раз суд продлял ему. Да, я знаю. Меня другое интересует. Срок ареста максимальный по закону определен 6 месяцев. Он не может быть больше 6 месяцев. А человек в условиях ареста находится год. Вот меня интересует, насколько это вообще законно. Ведь условия ареста, вы сами мне говорите, они одинаковые. Как наказание и как судебная стадия, до приговора. Ну, эти вопросы вы не можете задавать администрации СИЗО. Администрация СИЗО, если будет постановление об освобождении из-под стражи, мы его обязаны освободить. Но если судья не выносит такого постановления, как мы будем кого-то освобождать? Ага, ну, например, по истечению сроков содержания под стражей вы тоже не освободите? Если такие основания, мы освободим. Если нет таких оснований, как мы его освободим? А отсутствие... Если мы совершим преступление, освободим вашего судья. Понятно, понятно. Да-да. Например, отсутствие судебного решения со штампом о вступлении в законную силу? Дело. Но я не думаю, что здесь такие дураки работают, чтобы без такого судебного решения... Вы знаете, я вас расстрою. У вас все решения о продлении сроков содержания под стражей не содержат штампов. А вы видели личные дела заключенных? А я знаю, это практика. Это практика у вас такая. Суды вам предоставляют судебные решения без штампов о вступлении или не вступлении в законную силу. Ну, в общем... А вы проверьте, пожалуйста, вы проверьте. Я не могу, я ничего проверять, я не имею полномочий. Ага. Ну хорошо, тогда я вам говорю, что у вас такая практика, и поэтому у вас содержится при продлении сроков содержания под стражей. Извините, мне надо... Хорошо, спасибо большое, до свидания.